Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Фантон, и со мной сегодня... Файрфоксик, всем привет, ребята! Да, и сегодня мы будем играть игру с Худи. Так, сегодня мы будем вызывать без голубя. Да, без голубя. Ну, и без Дева. Короче, для этого... Вот, тут грязюка, если что, запомни, это было. Короче, для этого вам понадобится листочек. Если вы будете играть игру с Худи, вы именно должны это делать на улице, не дома, а именно на улице. Для этого вам понадобится листочек, где вам надо красным написать вверху по-английски Худи и внизу, ну, как смайлик этот грустный, который на его, как бы, маске есть, вот этот грустный смайлик. Теперь мы кладем листочек, теперь вам надо сказать три раза Худи явись вместе. Давай. Да, хуевич. Да, давай, давай. Хуй вернись вместе. Худи явись. А. Три раза, давай. Раз, два, три. Худи явись. Худи явись. Худи явись. Нахуй бежим отсюда. Он все пришел. Ну, а теперь должно что-то с листком может произойти, я думаю. Но да. Он уже должен за нами охотиться и должен прийти. Видите, ребятка. Чё? Да что ты нахуй? Ветки протряслись, да ну нахуй, блядь. Как будто палка просто сломалась. Да, ну не знаю. Смотрите, ребят, какой красивый закат. Ладно, чё я несу? Блядь. Что за блядь? Я реально смотрю. Короче, ну, смотри. Короче, ты слышишь, как палка переламывает? Да, кстати, Форфокс, ты создаешь еще канал? Я создам канал, ну может... Кстати, если что, я создам еще группу ВК, где вы только будете видеть, ну всякие, когда буду ролики. Что? Бля, что? А, это пакет на тему. Нифига себе! Знаете что? Группу ВК, и там будет такой раздел, где вы можете узнать, как духов вызывать толком. А, я понятно. Я буду писать рецепты выхода. Ребят, если кто еще с нами остается, они перелистывают на самое интересное, если это будет вообще, мы не знаем. Хочу сказать, интро, ребят, еще раз. Понимаю, много кто людей просит, сделай мне интро, но я говорю, в следующую субботу. Ребят, это видео я ремонтировать не буду и вставлять интро. Да ну вот. Ебать, там черный силуэт как будто. И, а, нет, блин, это палка. Ебать, опять этот черный силуэт. Это было дерево. Чуть уже кажется черным. Че за нахуй в реке там плавает? Как будто лодка. Ну-ка, давай подойди. У нас, если что, есть оружие. Да, смотри, покажи оружие. Какая пятый. Какая пятый? Стреляет хорошо. Ну, стреляй. Да, жаль, что это игрушка. А вот есть... Да. Короче. Ебать! Сука! Я упал нафиг! Меня кто-то реально толкнул! Тебя никто не толкает, блин, меня кто-то толкнул! Блять, я грязный. Я выкину это. Вдруг он боится, что у меня, блять, в руках. Блин, давай я выкину. Ребят, видите это? Придется стирать штаны. Ебать. Ну нафиг. Блять. Ебать. Сука, что за хуйня? Бля. Ебать, сука. Сука, что это такое? Идем за мной! Это ты! Блять! Сука! Блять! Ребят, тут как будто кто-то стоял! Тут как будто кто-то стоял! Блять! Давай, кстати, отойдем туда, знаешь, к этой круглой, потом проверим, что с листком. Ой, если с листком, давай, что? Давай нахуй. Да, нафиг. Ебать. Я еще упал, придется штаны стирать. Я положу тупо туда. Стиральная машина, все. О, господи. Блять, да ну нахуй.
Извините, ребят, сорян, но мат, но это офигеть как страшно. Если кто-то с нами вызывал, такая же реакция была. 100%. О, господи. Ух. Смотри, речка, кстати, размерзла. Помнишь, как мы по ней ходили? Да. Ух, люди. Да, мне опять такое ощущение, что у меня кровь из носа пойдет. Мне сильно щипать. Щипать внутри стало. Я помню, как ты меня, кстати, я вспомнил, ударил. И такой, мячик, ходя, мне в носик. Да. Только я тебя не мячиком, я тебя рикошетом от мяча. Тут я ж кидал, и у меня рука, короче, назад полетела. Да. Хочу, сука. Да. Потом жестко из этого... Жестко, короче, у меня поле... Ебать! Четко какая-то. Ебать, это меня не пугай нафиг. Слушай, ребят, кстати, короче, я вам расскажу. Там, короче, когда меня Firefox случайно кинул мячик, у меня кровь, как я рассказывал просто, но кто не был тогда, со мной плеснул на самое интересное. В общем, у меня там полилась кровь, я уже говорил там, жестко полилась, что одна капелька капнула на этот листок, где был... Ну, Тики Тоби, ну вот где этот рисунок. И мы потом, когда я помыл, пошел нос помыть домой, а Firefox с Давом ждали меня в этом овраге. Потом, когда я увидел эту каплю, мы подумали, что тогда Тики Тоби реально придет. Все-таки это маньячок, дух. Ну что, сколько, да. Сколько тут рекламы, нахуй? Смотри. Реклама для бомжей. Это ой. Наш Пловдив. Купите недорого воду с пивком. Короче, ребят, о. Тут у нас садится, короче, продавец, а вот тут бомжи стоят в очереди и покупают эту рекламу. Смотри. Реклама за 10 копеек. Смотри, смотри, смотри. Реклама за... Реклама... Короче, давай еще минуту постоим. Ну, окей, давай тогда. Короче, короче, смотри, сюда залезает, еще раз говорю, кто? Бомжи? Да, нет, не бомжи, а залезает продавец, сюда бомжи становятся в очередь. Для бомжей, для бомжей реклама 10 копеек, а для нормальных людей 19 рублей. Реклама для бомжей, для бомжей. Нафиг бабосы, блядь. Реклама для бомжей, для бомжей открылся. Это бесплатная реклама. Короче, пойдем? Блядь. Да, ну, да, кстати, лучше это не надо, да. Бросать будет мусор, может, это реально склад бомжей. Блядь, мы сегодня столько с Давом гуляли, тут было столько льда. А тут нахер уже льда нету почти. Да? Тут только такие... А, бутылка колы осталась на там, на том лежать. Ладно, пойдем. У кого-то подняли! Ой, господи. Ладно, пойдем, короче. Нас могут убить, а мы живем. Да. Худи же такой пацан. Если с песком что-то произошло, я надеюсь, что это произошло, тогда Худи ведет за нас охоту. Но написано было в инструкции, что Худи нас будет искать в каждом уголку, так что придет он не скоро. Видео длится 9 минут уже целых. Давай пойдем уже. А, вниз надо идти. Нет, лучше давай вместе. Не надо. Да я рядом с этим, я у входа в этот куст. Ну, а, у входа тогда ладно. Ну, просто... Ну, если что-то здесь... Меня этот пакет пугает. Да, кстати. Бляха-муха, ебаная муха. Потому что, я думаю, тебя пугает, потому что маска самого Худи такая черная.
а именно смайлики, что такое? Не. А именно. Блять! Кто-то прибежал нахуй. Да нахер. Ну короче, и у Худи черная маска, а этот смайлик грустный, кто не знает, желтым цветом нарисован. Блять, замолчи. Самолет летит в Америку. О, я думаю, знаешь, это самолет из Лос-Анджелеса. Пролетел Худи сюда. Блять, самолет. У нас еще много времени. Да. Блять, да ну. А нет. Ну, ребят, с виском ничего не произошло, по-моему. С виском ничего не произошло. Блять, а прикинь, если мы, если он не произошел. Ебать, сука. Ребят, ишь, вот этого было, да? Да. А вот этого не было. Да, чувак, это точка одна, ничего. Это значит, когда положил, чувак, значит, какая-то грязюка упала. Блять. Ну, не знаю, короче. Как ты думаешь, вызов удался? Вызов удался? Нет, я думаю, нет. Ну, с листком ничего не произошло, видите? Мы можем еще раз вызвать его. Ну давайте тогда, давай я сейчас отойду. Ну давайте, короче, сюда положим и скажем три раза «Худи явись». Давай. Давай, руки дофиги. Давай. «Худи явись! Худи явись! Худи явись!» Побежали. Погнали. Короче, давай отойдем на 2 минуты примерно и перевернемся. Чувак, а может если себе руку порезать, короче, вдруг он придет. Ну я порежу руку. А ты. Смотри. Ты что, стеклом хотел порезать? Ладно. Короче, я хочу тебе сказать, ты там точно никаких дополнительных не было грязи? Где? Ну я имею в виду листке. Нет. Точно? Нет, а на каком? Ну я имею в виду на Худи. Нет. Нет? Точно? Вот я даже запомнюсь. Если, ребят, что-то произошло с листком, это будет капец полный. Потому что грязюки там нет, деревьев наверху нет нифига. Положил я на ровную поверхность, где грязь не может выступать. Ты с этим согласен? Угу. Пойдем, короче, на 2 минуты. На 2 минуты пошла. Побежали? Ебать, какие от нас эти следы остаются! Покупайте рекламу! Нифига себе, как мужик побежал после моего слова. Покупайте рекламу! Нифига себе, как рванул! Я вам рекламу на рекламу. Ладно, берите. Хуёво. Новые комнаты для гостей. Что вы делаете? А? Что вы делаете? Для костра делаете, да? Чтобы Худи нагло. И чтобы хую нагло. Понятно. Ладно. Ребят, кстати, спасибо вам за 530 с чем-то подписчиков. О! Потому что сегодня утром. Утром я проснулся, было 502, а теперь 530. Офигеть полный. Вообще офигеть. Еще не днем видео 517. Да. Ну так. Ладно, ну давай еще одну минутку. Угу, так что подписывайтесь на канал Firefox, делитесь роликом для Firefox, подписывайтесь на канал друзей Firefox, а с вами был Firefox, всем пока.
Куда? 15 минут, кстати, идет ролик, а нам уже записывать 29. Сосуд. Пошли, короче. Нет, еще не прошло, я смотрю на часах. Одна минута прошло, вторая еще нет. Еще плюнул? А? Плюнул туда? Да. Короче. Сейчас, еще нет. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Пойдем. 40, 41, 42, 43, 45, 46. Все, минута прошла. Ну пойдем. Блять, идем. Я то думал, ты закричишь на букву Ш. Ну ты, ты, слава богу, не закричал. Ой, тихо. Не надо все-таки материться, попробуй не материться, я тоже это пробую. Да. В комментах пишите у фандома. Ролика вам нужен материал? Ха-ха, да. Ну, нет, кстати, мы все равно, я думаю, заматеримся, потому что и в страшных моментах будет. Пойдем! Я вечно вижу какого-то обычного мальчика. Смотри, поворачивать будет, сюда поворачиваешь, и я когда туда поворачиваюсь, я видел какого-то парня. А он в чем был примерно? Он в каком-то такой жилетке. На кофту не похоже? Нет. Ну, пойдем. Смотри, что с листком. Так, что так? Ебать, сука, нахуй! Блядь! Грязь дополнительная. Ребят, вы видите? Видите? Я вот так ровно его положил. Сверху ничего не должно быть упасть. Как ты думаешь? Думаю, вызов удался. Ну, блять, а теперь он должен за нами охотиться. Ебать, сука, смотри сюда! Посмотри, отпечаток! Какого-то как будто пальца, видишь? Ебать. Да ну нахуй. Да ну нафиг, бля, побежали нахуй. Блять. Нафиг. Спалинчик с вареньем. Да. Все, худи, уйди, короче, от нас. Пошел нафиг этот листок, но я его не буду выбирать. Ебать, сука. А куда еще? Ко мне домой. Короче. Ребята. Аккуратно с этой штукой. Нифига себе. Бля. Как вы думаете, ребят, думайте, что хотите, но абсолютно мы ничего не знаем. Полная жесть. Там был отпечаток на этом листке. Бля, и еще там была дополнительная грязь. Блин, ну там отпечаток был. Нафиг. Ну, мы так его, ну так он за нами не охотится. Я не знаю. Почему он не охотится за нами? Он не, может, не нашел нас. Ну, не знаю, может, не нашел нас. Потому что Худи может нас найти или не найти. А если найдет, мы можем слышать какие-то шаги или шорохи, или увидеть его даже. А мы его пока не видим, потому что нас не нашел. Не надо. Пошли, пошли ко мне домой, слушай. Не надо. Короче, ребят. Короче, кого мы будем еще вызывать сегодня, я еще не знаю. Но у меня, ребята, напоминаю, есть список. Мы, может, еще кого-то одного вызовем. Или три, или еще два. Кого-нибудь вызовем, кого можно прогнать. Ну, давай. Бля, мы такие идем, мне кажется, он сейчас найдет и прибьет.
Да нафиг, да. Спокойно. Что мы кого-то вызвали. Мы, короче, просто идем. Да. Короче, ребят. Вы, конечно, еще просили меня вызвать Слендера именно в лесу. Я знаю, как... Нет, я Слендера в лесу еще обещал вызвать. Именно в лесу. Блять, скоро у тебя 1000 подписчиков. Нет, кстати, у меня 500 подписчиков, ребят, забыл совсем. Я даже должен вызвать пиковую даму, я же должен вызвать. Что? На 500 подписчиков это мало, блядь, пиковую даму. Это я так уже такая... Нет, 1005. Некоторые вызывали 2 подписчика. Некоторые вызывали даже 50 подписчиков. Каратели дотки, понятно. Каратели дотки вызывали, может, 2000 подписчиков. Но, ребят, я не буду рисовать ничего на зеркале. Я, короче, другой способ есть на улице. Надо просто тупо подойти к одному дому или сдалека смотреть на дом. И именно на третий этаж смотреть. И чтобы там не было света. И сказать 3 раза пиковой даме приди, смотря на этот темный третий этаж. А? Ладно, не надо его. Пиковую даму сейчас. Прикинь, мы можем сейчас 2-го духа вызвать. Ну, мы можем 2-го духа, но пиковая дама еще... Пиковая дама, приди, пиковая дама, приди. Тихо! Да мы не вместе говорим, все равно. Мы должны вместе говорить, а сейчас мы не будем. Закрыт на темное стекло смотрел, и там как будто тень какая-то пробежала. Блин. Пиковая дама, уйди, пиковая дама, уйди, пиковая дама, уйди. Пиковая дама, уйди. В одном все. Игра с худи и вызов пиковая дама. Маленький отрывочек. Но это будет называться худи. Мы уже 22 минуты снимаем. Короче, ребят, мы пошли выкладывать ролик на YouTube. Так что? Поставьте лайки, пожалуйста. Сегодня еще будет 1 видео, может быть, или еще 2. Мы не знаем, кого вызовем, вот когда придем ко мне домой, я буду выкладывать и буду смотреть. Ну, то есть листок, на листке мы будем смотреть, выбирать. О, самое опасное, я думаю, дух на улице, это дух неспокойствия. Ну, короче, если когда мы его вызовем, через некоторое время должно что-то странно происходить. То есть настолько странно, что это ужас. Могут машины улететь куда-то. То есть мы видим машину, она такая поднимается в воздух и со всей дури в другой такой дом. Либо дерево упадет. Либо за нами будет гоняться множество каких-то остров предметов. То есть они будут за нами летать. Это, конечно, очень опасный дух, ребят. Машина. Может, я его вызвал 700 подписчиков. Это очень опасно. Это хуже, чем пиковая дама. Каратели дотки вызывали не на улице, но лучше всего на улице. Они вызывали дома. Ну а что дома произошло? Машина в окне, в окно? Нет, у них стекло там, по-моему, упало. И разбилось. Машина в окно, прикольно так. Короче, день надо чая попить. Ну что, дичь машина? Да. Ага, да. Так. Ладно, все, ребят, с вами был канал Без Духа, с вами я Фантон и Firefox. Всем пока. Пока.